Правильные и полуправильные многогранники. Можно ли изготовить их самостоятельно? Правильные многогранники или платоновые тела. Их всего 5. Икосайдер, октайдер, додекайдер, тетрайдер, куб. Полуправильные многогранники или архимедовые тела. Всего их 13. Вот первые 4 из них. Эти и другие многогранники сделать весьма просто. Детали для сборки многогранников вы найдете в наших наборах «Волшебные грани». Узнайте больше на нашем сайте многогранники.ру.